что, тогда по коням. Добрый путь. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Можешь нам отсюда? Я вот здесь, можно? Где угодно. Ленинградцы. Да. Спасибо, ребят. Нам все. Я поеду. Спасибо большое. Со дня образования госавтоинспекции. 3 июля этот юбилей отпраздновали в Беларуси и в России. Именно поэтому представители ГИБДД России и ГАИ Беларуси любезно согласились. Yes,